Я думаю, что нужно создавать максимально возможное какое-то крутейшее видение, на которое вы только способны. То есть не бояться там, а как я это реализую, а что я буду делать, а может быть я слишком такой высокомерный, чтобы об этом думать. Прям вот мечтать по-взрослому, мечтать вот как будто бы все возможно, как будто бы вот все что угодно может случиться. И потом, когда вы это качественно промечтали, когда вы поняли, что ну окей, здесь вот есть какая-то энергия, здесь есть какой-то резонанс, очень правильно об этом рассказать каким-то своим друзьям, но только тем друзьям, которые будут вас поддерживать. Очень правильно это записать, очень правильно это постоянно рассказывать. И вы увидите, что когда вы просто будете говорить, что я хочу реализовать вот это кому-то, ну найдутся люди, которые будут говорить, да ладно, у тебя ничего не получится, да хватит, там, да перестань мечтать и так далее. А будут находиться люди, которые будут поддерживать, которые будут давать контакты, будут подбадривать. И ты, самое главное, будешь чувствовать энергию на то, чтобы это реализовать. Поэтому обязательно сделайте самое масштабное видение, на которое вы способны, и точка.